Меня зовут Шумакова Варя. Я воспитанница детского сада номер 50. Тема моего исследования – у снежного барса детеныш барсик. Вот так энергично начинает презентацию своего научного проекта 7-летняя Варя Шумакова. Выступать перед любой аудиторией для нее не проблема. 10 апреля она представляла свою работу первоклассникам 13-й школы, а чуть ранее поразила глубиной исследования строгое жюри 11-го регионального конкурса «Я – исследователь». Мы разделяли животных на разные группы по названиям их детенышей и сформулировали свои правила. Исследовать морфологию языка – дело непростое, особенно формулировать правила, по которым называют детенышей животных. Без помощи взрослых здесь не обойтись. Поэтому идейным вдохновителем и научным руководителем работы стала воспитатель Вари. Идея пришла очень давно, но воплотить ее в проект я решила именно с этими родителями, именно с этим ребенком. Ну, идея исследования языка, исследования слов, в общем, у нас, мы считаем, что получилось вот просто как открытие небольшое. Я преподаватель, и я точно знаю, что этой информации нет. И когда я каждый год детям преподавала, я понимала, что ну, нет этой информации, а как детям дать системно, чтобы детям легко было использовать эту информацию. Ну вот, систематизировала, а сейчас все это вот просто в такую интереснейшую работу превратилась. А вот проводила научные исследования Варя вместе с мамой и папой. Они изучили огромное количество энциклопедий, различных словарей, материалов сети интернет. Встречались со специалистами в области зоологии и русского языка. Проводили опрос детей и взрослых. Мы сразу включились в работу и с Варей, и мы, причем в непринужденной форме, даже там отдыхая где-то, мы разговаривали об этом. И для нее этот процесс настолько был, мы постарались его сделать естественным, чтобы ее это не напрягало, не нагружало сильно, чтобы действительно у нее в процессе там, ну, в процессе игры практически это проходило. Вот, и Варя тоже сразу включилась в этот процесс. Мы получили огромное удовольствие вообще от всего, от всей этой работы, начиная там от подготовки, заканчивая выступлением. Ну, на данный момент пока в Серове мы самое высокое выступали. Нам очень понравилось. Копейск на региональном конкурсе был представлен целой делегацией маленьких исследователей. Но победить в своих номинациях смогли лишь несколько человек. Среди них Варвара Шумакова. Она получила приглашение представить свой проект на всероссийском конкурсе, который пройдет в конце мая в Сочи.